Привет, изгнанники! Лига Талисманы принесла в игру множество новых умений, предметов, а также сильно изменила старые. Сегодня мы рассмотрим одного из персонажей, который активно пользуется этими изменениями. Персонаж Откар Тотем победил в нашем конкурсе гайдов. В качестве основного умения он использует мечепад. Персонаж использует множество дорогих уникальных предметов и камней с максимальным уровнем и качеством. Эта ведьма носит наряды схоластии, что позволяет ей зарезервировать почти все свое здоровье аурой дисциплины и вестником пепла, которые усилены магией крови. Мана удерживается холодной ненавистью, вестником молний и северной броней. Чтобы позволить себе столько ауры вестников, герой использует вертекс, маску ваал, камень-наставник и узлы из дерева пассивных умений. Мечепад наносит физический урон чарами. Холодная ненависть и флакон «Вкус ненависти» добавляют часть этого урона в виде урона от холода. Уникальное кольцо «Погребальный костер» переводит весь урон холодом в урон от огня. Еще одним источником урона от огня выступает «Вестник пепла». Таким образом, персонаж набирает огромное количество огненного урона, 75% которого становится уроном от хаоса. Ведь в руках героя уникальный клинок «Всепоглощающая тьма». Таким образом, большая часть исходящего урона становится уроном от хаоса, который еще и отравляет врагов. Но и это еще не все. На дереве пассивных умений персонаж берет вдохновение болью, ведь здоровье зарезервировано. Соглашение с Ваал вместе с похитителем душ позволяют похищать энергетический щит вместо здоровья, а само похищение предоставляет флакон «Обещание Азири», который еще и добавляет урон хаосом. Часть урона хаосом исходит от уникального кольца «Сердце Мина». Герой использует 4 уникальных флакона, а чтобы поддерживать их заряды на уровне, на дереве умений берутся все доступные узлы на продление эффекта и получение зарядов флакона. Амулет Лазвара был осквернен, что позволяет персонажу накладывать сразу 2 проклятия, а делает это «Вестник Молнии». Постоянную работу Вестника обеспечивает сосуд Винктара, а радужная поступь и амулет Лазвара позволяют блокировать не только атаки, но и чары. Герой крайне мобилен и наносит огромное количество урона. При грамотном использовании флаконов и позиционировании он почти неубиваем, и даже самые сложные боссы, вроде Малахая и Азири, погибают в считанные секунды. Обязательно проверьте полный гайд от создателя персонажа на web.pougarena.ru. Там же вы можете найти другие интересные гайды или же написать свой.